Вот живешь у себя в стране, все идут своим чередом, и ты даже не задумываешься, а какое же мнение складывается у русских и Россия у других народов. Today, as a representative, I will tell you what the Irish think about Russia and the Russians. I even asked my Irish friends to make this opinion as objective as possible for you. Seems there are Irish people everywhere, or people who want to be. My name is Hugh, and you are watching Puzzle English. А пока не забудьте подписаться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков Puzzle English. First and most important thing, among my friends from Ireland, it's very cold in Russia. Freezing cold. Freezing cold! Oh, come on! Вот мне тоже хочется сказать. Oh, come on! Ой, да ладно вам, друзья. На самом деле в России полно городов, где гораздо теплее, чем в Ирландии. Вторая ассоциация с Россией у ирландцев – конечно же, русская водка. Но и присуща ей народная песня и танц. The Irish believe that vodka is the most common strong alcoholic drink in Russia. In general, that's the way it is. Однако в Ирландии даже есть слух, что ее настаивают на картофель. Интересно. Кроме того, в Ирландии очень почитается вклад русских в освоение космоса и развитие космической индустрии. We prepared for this, Doctor. Harnessing energy from space. Ведь именно здесь впервые запустили спутник и ракету в космос. Вы явно не ожидали, но в Ирландии очень тепло относится к русским студентам. You keep pretty quiet in school, but you're a good student. You've never really been in any serious trouble. My friends from Dublin say that students from Russia have stayed at their house several times. Especially popular with them is Trinity College of Dublin. И за русскими студентами было замечено, что они очень вежливы, не ленивы, много учатся, хотят много путешествовать и узнавать про культуру разных стран. Ирландцы охотно рассказывают о своих традициях и обычаях. Культурный обмен. На платформе Puzzle English собран тысяча тренажеров для тех, кто никогда не учил английский или забыл. Метод тичера – это сборник записанных уроков с преподавателями. Все то же самое, как и с живым учителем, только в записи. Не забудьте выполнить упражнения после урока, чтобы закрепить материал. Кстати, говоря о культуре, ирландцы, в свою очередь, интересуются русским балетом, классической музыкой, classical music, и классической литературой, classical literature. Например, Чехов, Достоевский, Толстой. Русские писатели поражают эпичностью произведений. Далее, красота русских женщин, у которых ходят легенды. In Ireland, they are sure. There are very beautiful girls in Russia. По личному опыту заметил, наряжаться у них в крови. Но важно помнить, чтобы нравиться окружающим, нужно прежде всего нравиться себя самой. Ирландцам, пожившим в России, включая меня, сходится в мнении, что мощная вещь, определяющая благосостояние России, это русская душа. Well,
bless my soul. Образ мышления, дающий людям смелость совершать невозможное. Ты же открытый в космосе. Personally, I think the Russians and the Irish are very similar. Both peoples are connected by incredible sincerity and breadth of soul. Признавайтесь в комментариях, догадывались ли вы, с чем у ирландцев ассоциируется Россия? Hugh was with you on the Puzzle English Channel. Until next time. It's a party.